Значит, вот у меня налоговая инспекция 2007 года, где в каждом муниципальном образовании есть до 9 пунктов, кому предоставлены льготы 2007 года. Где 5, где 4. И пенсионеры, и инвалиды всех степеней, и первой, второй, третьей группы. У нас и в 2007 году Сергов Посад отличался, как будто у нас на участках на осинках растут апельсинки. Прямо написано 25% всем пенсионерам, достигшим 55 лет женщинам, 60 лет мужчинам. Рядом до 9 пунктов, вот весь сборник, везде 9, 5, 4 пункта. А у нас население как будто вот совсем другое. Вот я возьму себя. Мне прислали налог в 2007 году 840 рублей. В 2007. Да, 2007. Каждый год я ходил, каждый месяц, в декабре месяце, в конце года, я хожу в инспекцию. Пришла в инспекцию, целый анекдот. Просидела 30 минут в кабинете, оказывается, у меня нет земли. А налог, а прислали мне квитанцию, будете оштрафованы. Будет пенсия, это будет как пение, будете приведены к судебной ответственности. За что? 6 из 20 рублей прислали мне 6 тысяч. Ну что делать? Нет меня в списках. Прихожу в мэрию, в земельный отдел, меня назначили, к начальнику отправили. Прихожу, он мне рассчитал, идите платите, большое спасибо, конечно, до сих пор, идите платите 4222 рубля. Я в этот же день пошла, заплатила эти деньги. Проходит месяц, прихожу, в списках нет. Потом прихожу в мае месяце, мне сказали, вы знаете, вы налог переплатили, в следующем году 3900 вам переплата. Это что такое? Почему там не наведен порядок? Живой человек, никуда не уезжавший, 76 лет, с 53-го года исправно плачу налоги, меня в списках нет, земли нет, и еще такие угрозы присылают. Налог увеличился за последние 2 года. Вот у меня документ 7-го года. И только Сергов Посад, единственный, написано 2 строчки, кому льготы. Во-первых, я хочу сказать, мне 76 лет, вот просто вам хочу сказать, имею 2 правительственные награды. 40 лет отработала в Центре управления полетом. Имею инвалидность. Мне когда прислали налог, у мужа инсульт, просто до этого был инсульт. Сын без работы, я пошла на Профессорскую улицу по объявлению. Там 6 дорожек по 40 метров, по 1,5 метра. И чистила снег 2 недели, чтобы заплатить налог. Что же мы издеваемся над своим населением? А что здесь население? Пенсионеры по 40 лет на Скобянке отработали. Ветеран труда. Имея свободный допуск в павильон космонавтики. Я все заслужила. Все заслужила. А налог, что через 2 дома у меня живет, у него зарплата на семью выше 1 миллиона, он тоже должен заплатить 6 тысяч и мы 6 тысяч. Где нам брать? У меня, я сейчас сижу на лекарстве, я гипертоник, инвалид, сижу на лекарстве, хотите верьте, хотите нет, на самом маленьком, вот днем еще ничего, спать ляжешь, невозможно, задыхаешься, кашель от лекарств, мы лекарства за 40 лет у государства отработали, не можем купить нормальную лекарство. Ну, ребята, вы молодежь, спасибо, ну помогите.